На Всемирном фестивале молодежи и студенчества в Сочи делегаты из Якутии активно посещают все образовательные площадки, чтобы потом применить новые знания в республике. Из Якутии в нем принимает участие 250 человек. На площадках обсуждается наука и глобальное образование, новые технологии, инновации в экологии и здравоохранении, авиация будущего и, конечно, остро стоящие вопросы политики и экономики. Отдельная программа разработана для творческой молодежи. Музыкальные и танцевальные события, художественные мастерские, известная практика WorldSkills, семинары по кино и театру. Также есть и спортивная программа. Участникам уже предложили сдать нормы ГТО и принять участие в забеге на 2 и 4 километра. Лично я участвовал на забеге 2017 метров. Будет время как бы еще пойти по дискуссиям, да, и обязательно подумать и применить это в республике. Многому еще научусь и уже сделаю, составлю общий как бы план работы своей, да, вот как применить и в своей организации молодежной, и в детской их организации вообще. В рамках фестиваля я посетил программу «Глобальная политика», так как я очень интересуюсь политикой, и мне показалась данная программа очень интересная и увлекательная, так как подают материал, также понравилась эрудиция задающих вопросов.